небо над нами зовет нас и манит, всех любящих ждет там всесильный Христос. Я знаю, что счастье нас не обманет, и в небе не будет ни горя, ни слез. Мы вместе пойдем по земле обожженной. Мы вместе пойдем по лесам и долинам, а там небеса голубых и бездонных. Мы будем с тобой душой одной. Иная, совсем неземная, святая и светлая, вечная жизнь. Ты только за слезы, иди не сдавайся, ты только за Господа крепче держись. Мы вместе пойдем по земле обожженной. Мы вместе пойдем по лесам и долинам, а там небеса голубых и бездонных. Мы будем с тобой, мы вместе пойдем по земле обожженной. Мы вместе пойдем по лесам и долинам, а там небеса голубых и бездонных. Мы будем с тобой, мы будем с тобой, мы будем с тобой душой одной. Доброе утро, Скопу Церковному семейству. I bring you greetings from Avondale Memorial Church, Australia. Нося ви поздрави от Мемориалната църква Avondale в Австралия. Аз съм едно международно дете. I was born and grew up in Russia, in Siberia. Роден съм и съм израснала в Русия, в Сибир. But for the past years I've been living and working in Australia. Но през последните години живея и работя в Австралия. The main reason why I'm based in Australia. Основната причина, поради която живея основно в Австралия, is to preach the gospel in Asian countries. Е да проповядвам Евангелието в азиатските страни. This year we had a big campaign in Malaysia. Тази година имахме една голяма кампания в Малайзия. Muslim countries are opening their doors for the preaching of the gospel. Мюсюлманските страни отварят вратите си за проповядването на Евангелието. Last week I was preaching in the city of Singapore. Миналата седмица проповядвах в град Сингапур. So my church in Australia. Така че моята църква в Австралия is my base. Е моята база. But Asian countries with 2 billion people are my evangelistic target. Но азиатските страни с 2 милиарда души, които живеят в тях, са моята основна мисионска цел, мишена. Ну, а теперь по-русски. А сега по-русски. Тема сегодняшней проповеди. Темата на днешната ни проповед. Дата второго пришествия Иисуса Христа. Датата на второто пришествие на Иисус Христос. Я собираюсь вам дать точную дату второго пришествия Христа сегодня. Смятам днес да ви посоча точната дата на второто пришествие на Христа. 22 октября 1844 года. На 22 октября 1844 година. Адвентисты милериты ожидали пришествия Господня. Адвентистите милериты се чакали завръщането на Господа. Ошибка в толковании пророчества. Грешката в толкуването на пророчеството. Помешала им увидеть то, что это была дата начала небесного суда. Им попречила да разберат, че това е началото, началната дата за небесния съд. Мы знаем, что подобные ошибки делали многие христианские движения. Знаем, что подобные грешки допускали множество христианских движений. Наши друзья свидетели Иеговы до сих пор верят, что Христос пришел в 1914 году. Наши приятели и свидетели Иеговы са убедени и до ден днешен, че Христос се е завърнал през 1914 година. Люди периодически приходят и дают нам даты возвращения Христова. От време на време хората идват при нас и ни посочват дати за завръщането на Христос. Но я верю, что они не разглядели, что дата пришествия Христа в Библии все-таки есть.
но мисля, че те не са доосъзнали, че все пак в Библията е записана датата на пришествието. Давайте откроем Евангелие от Матфея 24 глава. Дайте да отворим на Матфея 24 глава. И мы прочитаем 14 стих. Ще прочитаем 14 стих. Этот стих многие из вас вспомнят, даже если вас ночью разбудить. Този стих много от вас ще си го спомнят и през нощта да ви бутнат. И проповедано будет. Значит, на болгарский не так идет. Ну давайте идет я весь прочитаю. Хорошо. И проповедано будет сие Евангелие Царствия во всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. И това благовестие на Царството ще бъде проповядване по цялата вселена за свидетелство на всичките народи. И тогава ще дойде свършекът. И тогда придет конец. И тогава ще дойде свършекът. Посмотрите на это слово. Вижте тази дума. И тогда. И тогава. Тогда это и есть дата пришествия Христа. Тогава, това е датата на Христовото пришествие. Слово тогда говорит о времени. Думата тогава ни насочва към времето. Потому что это время, тогда. Защото това е време, тогава. И проповедано будет. И това благовестие на Царството ще се проповядва. И тогда придет. И тогава ще дойде. Это и есть дата пришествия Христа. Това е датата на второто пришествие. Это точная дата пришествия Господня. Това е точната дата на завръщането на Господа. Тогава. Конечно, о дне и часе том не знает никто. Разбира се, за онзи ден и час никой не знае. Не даже ангелы, но только Отец мой один. Нито небесните ангели, а само Отец. Мы не можем знать календарную дату пришествия. Не можем да разберем календарната дата на Христовото пришествие. Но все-таки дата существует. Но все пак датата съществува. И она напрямую связана с проповедью вечного Евангелия. И тя пряко свързана с проповядването на вечното благовестие. Мы видим, что в проповеди о последнем времени. Виждаме, че в проповедите за последното време. В 24 и 25 главах. В 24 и 25 главе отмечена очень интересная модель повествования. Посочен един много интересен модел на повествование, на разказ. Давайте мы представим себя на вершине горы Елеонской. Хайде да си представим, че сме застанали на върха на Елеонския хълм. Мы поднялись на гору. Качили сме се на планината. Смотрим на город Иерусалим. Гледаме към град Иерусалим. Там храм перед нами. Пред нас се издига храмът. Христос говорит, ни одного камня не останется здесь. Христос казва, тук камък върху камък няма да остане. Все будет разрушено. Всичко ще бъде разрушено. Этот великолепный город Иерусалим однажды подвергнется разграблению, когда римляне придут. Този великолепен град Иерусалим ще бъде опустошен, когато дойдат римляните. Чтобы бегство ваше не случилось зимой или в субботу. Затова се молете да не се случи бягането ви зима или в съботен ден. И затем давайте посмотрим на то, как Христос разказывает о своем возвращении в этот мир. И след това, нека да видим как Христос ни разказва за завръщането си в това време. Посмотрим на начало главы. Да видим началото на главата. И стих 4. Четвертый стих. Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Иисус в отговор им каза: пазете се да не ви заблуди някой. Ибо многие придут под именем моим и будут говорить: я Христос, и многих прельстят. Защото мнозина ще дойдат в мое имя, казвайки: аз съм Христос, и ще заблудят мнозина. Также услышите о войнах и о военных слухах. И ще чуете за войни и военни слухове. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но внимавайте да не се смущавате, понеже тия неща трябва да станат. Но это еще не конец. Но това още не е свършекът. Обратите внимание на эту фразу. Обърнете внимание на тази фраза. Это еще не конец. Това още не е свършекът. Дальше мы читаем, ибо восстанет народ на народ и царство на царство. По-нататък четем, защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство. И будут глады, море и землетрясения по местам. И на разни места ще има глад и трусове. Все же это начало болезни. Но всичко това ще бъде само началото на страданията. То есть все беды этого мира. То есть всички бедствия в този свят. Войны, землетрясения. Войни, земетресения. Все голод, епидемии жуткие. Глад, ужасни епидемии. Это начало болезни. Това е само началото на страданията. Это еще не конец. Това все още не е краят. Давайте теперь посмотрим на конец 24 главы. Дайте сега да обърнем към края на 24 глава. Давайте посмотрим на стихи 44 и дальше.
от 44 стих надолу. Вы можете открыть, кстати, Библию и смотреть болгарскую Библию вместе с нами. Между тем, можно отворить болгарские Библии и да проследявать текстовете заодно с нас. Я люблю, когда в церкви шелестят страницы Библии. Много обичам, когда в церкви шумят страницы на Библии. Или пищат айфоны и айпады, когда нажимают на кнопки. Или пищат айфоны и айпады, когда натискают бутоны вверху тях. Потому что молодежь любит сегодня электронику. За что тут днес младите хора обичат электроника? Стих 44. 44 стих. Потому и вы будьте готовы. Затова бъдете и вие готови. Ибо в который час не думай. Защото в час, когато го не мислите. Придет Сын Человеческий. Човешкият Син иде. Кто же верный и благоразумный раб? Кой прочие верният и разумен слуга? Которого Господин его поставил над слугами своими. Когото господарят му е поставил над домочадието. Чтобы давать им пищу вовремя. За да им дава храна на време. Блажен тот раб, которого господин его придят, найдет поступающим так. Блажен он е слуга, чието господар, като си дойде, го намери, че прави така. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Истинно ви казвам, че ще го постави над целия си имот. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой. Но ако он е слуга, е зол, и каже в сърцето си, господарят ми се забави. И начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами. И той започне да бие служителите си и да еде и пие с пияниците. То придет господин раба его в день, который он не ожидает. Господарят на он е слуга, ще дойде в ден, когато той го не очаква. И в час, в который не думает. И в час, когато не знае. И рассечет его и подвергнет его одной участи с лицемерами. И като го бие тежко, ще определи неговата участ с лицемерите. Там будет плач и скрежет зубов. Там ще бъде плач и скърцане със зъби. Давайте мы посмотрим на то, как построено еврейское повествование. Нека да разгледаме начина, по който е построено еврейското повествование. Я знаю, что сегодня в субботней школе нас приветствовала сестра, которая является профессиональным литератором. Знам, че днес в субботното ни училище беше открито от сестра, която е професионален литератор. Давайте мы посмотрим на то, как строится литература европейских народов. Нека да видим как е построена литературата на европейските народи. Идет вступление. Първо имаме увод. Пролог. Пролог. Начинается какая-то речь. И започва някаква реч, повествование. Так мы находим во всех романах, во всех рассказах. Това е образецът, който е използван при романите и разказите. Потом идет развитие повествования. След това имаме развитие на повествованието. Потом идет кульминация повествования. После кульминация. Затем идет дальнейшее развитие повествования. По-нататъчно развитие на повествованието. И в конце итог. И накрая извод. Результат повествования мы получаем в самом конце. Резултатът от повествованието получаваме в самия край. Так построена литература европейских народов. Така е построена литературата на европейските народи. Руская литература. Руска литература. Французская. Френская литература. Немецкая, болгарская. Немска, българска. Так мыслят европейские народы. Това е начинът на мислене на европейците. Для нас итог в конце. За нас изводът винаги идва в края. Евреи мыслили по-другому. Евреите мислят по-различен начин. Они начинают повествование. Те започват повествованието. Но затем эту же самую мысль они повторяют в конце повествования. Но след това същата мисъл бива повторена в края. А главная мысль у евреев. А главната мисъл при евреите. Всегда в середине. Винаги е по средата. Поэтому мысль, которая есть в начале, повторяется в конце. Затова мисълта от началото се повтаря и в края. Но вывод, итог повествования в середине. Но изводът на повествованието винаги е в центъра. Так мыслят евреи. Така мислят евреите. Эта структура на еврейском языке называется хиазм. На еврейски тази структура се нарича хиазъм. То есть главная мысль всегда в центре. Тоест главната мисъл винаги е в центъра. Так построено большинство книг Библии. Така са изградени повечето от библейските книги. Если вы возьмете книгу Откровения. Ако вземете книгата Откровение. Самый центр книги Откровения это Трехангельская весть. Самият център на книгата Откровение е Тройната ангелска вест. И центъра Трехангелской вести это призыв первого ангела. А центъра на Тройната ангелска вест е призивът на първия ангел. Поклонитесь сотворившему небо и землю, море и источники вод. Поклонете се на онзи, който е направил небето и земята, морето и водните извори. Вы увидите, что книга Откровения с обеих сторон ведет нас в самый центр, к Трехангелской вести. Ще видите, че книгата Откровение и от двете си страни води към този център, Тройната ангелска вест. И в сердце Трехангелской вести заповедь о субботе. А в центъра на Тройната ангелска вест се намира заповедта за съботата. Поклонитесь сотворившему небо и землю, море и источники вод. Поклонете се на онзи, който е направил небето и земята, морето и водните източници. Это не прямая цитата из четвертой заповеди.
Това е непряк цитат от четвъртата заповед. То же самую структуру мы видим и в 24 главе Евангелия от Матфея. Същата структура наблюдаваме и в 24 глава на Евангелието от Матфея. Что же стоит в центре 24 главы Евангелия от Матфея? Кое се намира в центъра на 24 глава на Матфея? Мы не ищем географический центр. Ищем или не ищем? Не ищем. Ние не търсим географския център на главата. Но мы ищем смысловой центр. Търсим смисловия център. В начале главы. В началото на главата. Иисус Христос говорит об одной крайности. Иисус Христос говори за едната крайност. А в конце главы говорит о другой крайности. А в края за другата. Позвольте мне рассказать об этих двух крайностях. Позволете ми да ви разкажа за тези две крайности. В начале главы он говорит о войнах. В началото говори за войните. Народ на народ. Народ против народ. Глады, моры, землетрясения. Глад, мор, трусове. И затем он говорит, это еще не конец. И после казва, това още не е краят. Это начало болезни. Това е началото на страданията. Мировые бедствия говорят о том, что пришествие Христа скоро. Да, бедствията по света ни насочват към мисълта, че пришествието наближава. Но они не сообщают нам даты возвращения Христа. Но не ни съобщават датата за Неговото завръщане. Христос говорит, мировые бедствия, это только начало болезни. Христос казва, бедствията по света са само началото на страданията. В християнском мире. Християнския свят. Есть верующие, которых мы называем катастрофисты. Има вярващи, които ние наричаме катастрофисти. Катастрофисты встречаются даже в адвентистской церкви. Има такива хора дори и в адвентната църква. Это те члены церкви, которые полностью сфокусированы и сосредоточены на катастрофах. Това са членовете на църквата, които обръщат внимание само единствено на бедствията. Американцы бомбят Ирак. Американците хвърлят бомби върху Ирак. Пришествие Христа через месяц. Христос ще се върне след един месец. То есть они сосредоточены целиком и полностью на катастрофах и бедствиях. То есть те са насочени основно върху бедствията в света. Они как ошалелые вбегают в церковь и будоражат всех. Те като полудели се втурват в църквата и започват да чувъркат всички. Я разве вы не слышали, что сказал Папа Франциск? Вот-вот Господь наш придет. Нема не сте чули какво е казал Папа Франциск? Ето, значи Христос се завръща. Они сосредоточены на катастрофах. Те са съсредоточени върху катастрофите. Поэтому мы называем их катастрофисты. Затова ги наричаме катастрофисти. В чем проблема катастрофистов? Какъв е техният проблем? Они так много говорят о катастрофах. Те толкова много говорят за бедствията. Что через много лет люди просто привыкают к этим людям. Че след много години хората просто свикват с тях. И в них растет иммунитет по отношению к катастрофам. И развиват някакъв иммунитет към бедствията. И люди уже не обращают на это внимание. Хората вече не обръщат внимание на това. То есть в реальности катастрофизм вредит християнству. На практика катастрофизмът пречи на християнството. Это одна крайность. Това е едната крайност. Это катастрофисты. Катастрофистите. Есть другая крайность. Има и друга крайност. И это крайность в конце 24 главы. Тази крайност се намира в края на 24 глава. И это притча о рабе, который неблагоразумен. Притчата за злия слуга. Это человек, который говорит, не скоро придет господин мой. Това е притчата за човека, който казва, господарят ми се забави. И поэтому он не раздает пищу вовремя. И затова не раздава храна навреме на своите съслужители. Давайте мы назовем его христианин лаодикиец. Нека да го наречем християнинът лаодикиец. То есть его волнуют только дела этого мира. Тоест, той се интересува само от делата на този свят. Это социальный христианин. Това е социалният християнин. Он приходит в церковь, потому что у него такая привычка. Той идва на църква, защото това е навикът му, така е свикнал. Здесь все друг другу улыбаются. Тук всички се усмихват един на друг. Все друг друга любят. Всички се обичат един друг. Ему здесь хорошо. Приятно му е тук. Он, может быть, даже здесь и родился. Може даже и да се е родил тук. Для него христианство – это просто часть его культуры. За него християнството е, може би, просто част от неговата култура. Он обеспечен, он прохладен в своей вере. Той е спокоен и хладък в своята вяра. Он говорит, не скоро придет господин. Казва си, господарят ми се забави. Его волнуют дела мира сего. Той се интересува от делата на този свят. В 24 главе Евангелия от Матфея. В 24 глава на Евангелието от Матей. Отчетливо видны две крайности. Ясно се виждат двете крайности. С одной стороны катастрофисты. От едната страна катастрофистите. Они приходят и трясут нас всех. Те идват и всичките ни разтърсват. Посмотрите, исламское государство в Сирии и в Ираке сейчас. Вижте сега в Сирия и в Ирак владее ислямската държава. Через несколько недель Господь наш придет. Христос ще се завърне след няколко седмици. С другой стороны, есть огромное количество обеспеченных людей. От друга страна е голямото количество преспокойни хора, которые слушают все это и махают рукой и говорят: "Да, не